Всем привет, народ! Пока на дворе вот такая вот погода, снежище повалил, все мокро, слякоть как бы на дороге. Я решил заняться подсветкой, наконец-то дошли руки до этого дела. Хоть и машину решил продавать, но все-таки подсветку хочется сделать. Пока клиентов немного, как бы хоть немножко, но порадуйся. Так, погнали, пошли, сейчас покажу, что хочу, какую подсветку. Значит, они стоят вот здесь, открываем дверь. И вот здесь стоит плафончик. Здесь я его уже снял для того, чтобы подготовить необходимый разъем. На второй стороне сейчас я вам покажу, как он выглядит. Вот так это дело все выглядит. Да, ну правда вам плохо видно. Сейчас свет включу. Вот такой вот плафончик. При открытии двери он будет загораться. А, наверное, подключу его от габаритов. Вот так они выглядят. И второй, вот он, собственно, я его снял. Здесь, потому что буду менять разъемы. Вот здесь, видите, я уже поменял. Нужно ответную часть сейчас сделать, потому что был, ну вот он родной. Ну, естественно, таких ответных это получается, вот как бы мама, папа нужно, нигде не смог найти. Поэтому решил просто их поменять. Сейчас обожму, подготовлю все и будем устанавливать. Так, снял карту двери, протягиваю проводку. А самое сложное это вот. Протянуть через вот эту гофру, потому что она загнута вот здесь буквы Г и вот так вот буквы Г. И довольно-таки длинный кусок. Уже хотел откручивать дверь, но потом уже додумался, открутил только вот эту вот штуку. Да, вот как он, упор, который, фиксатор. Вытащил, отключил здесь разъемы, хорошо, что он на фишках. Все, отключил, выдернул и вот только так с помощью проволоки просунул. Ну, довольно-таки тяжело. Гофра прям впритык здесь сделана, места практически нет свободного. Тяжело пролазило. Сейчас вот просунул провод, теперь отмеряем и на место это все улаживаем. Провода, значит, проложил по двери, по заводскому месту, где был к заводскому жгуту, прям хомутами все это соединил. И пленку новую сюда натянул, потому что старая вся вообще помятая была, порванная. Кстати, вот такие вот эти разъемчики, и я еще термоклеем залил, ну, на всякий случай, чтобы сюда, хоть они не герметичные, здесь, в принципе, влага не будет попадать, но на всякий случай залил. И все, готово, сейчас одеваем карту, это ставим на место в карту, подсоединяем здесь, и останется подключить только там, в салоне. Итак, значит, карту установил, здесь все подключено у меня, провел провода. Значит, плюс подключил от габаритов. Все-таки думал я подключать постоянно или сделать от габаритов, но решил, что сделать лучше все-таки от габаритов, потому что днем он, в принципе, не нужен, а в вечернее время, когда включены габариты, пускай лучше будет работать так. Плюс днем, когда не надо, чтобы аккумулятор не высаживал. Вот, будет работать только от габаритов. Нашел плюс от габаритов, здесь удобно. В принципе, блин, хорошо прям продумали. Вот в этом месте здесь есть два разъема. И вот здесь нашел зеленый плюс. Тут здесь зеленый провод. Зеленый с белой полосой подсоединил сюда. Врезался через предохранитель на 3 ампера. Замотал. Вот провод пошел. Также здесь подключился. Ушло на правую дверь. Это вот левая дверь. И минус тот самый идет у нас на концевик двери. Также нашел его провод, вот он здесь, также в этом же разъеме практически рядышком. Все, все здесь подключил, все заизолировал. Теперь вот у меня показывает, что дверь открыта, но габариты выключены. Видим, ничего не горит. Включаю габариты, загорелся. Видим, загорелся наш плафончик, отлично. Теперь нажимаем концевик, все, погасло. Вот, нажал. Отпустил, загорел. Все отлично, все четко. Осталось со второй стороны проделать то же самое. Ну что, ребята, установка закончена. Со второй стороны протянул все то же самое. Также плюс оттуда, там под портачком протянул сюда, вовнутрь. Минус от концевика подключил. И вот так вот офигенно они светят. Получается, дверь реагирует только на твою, которую ты открыл. Первый раз подключил, короче, не на тот провод. На любую дверь открываешь, они загораются. Вот, второй раз переподключил, уже все нормально. Сейчас в полной темноте сниму, покажу. Подключил я их от габаритов. Вот, габариты включены и подсветка работает. И сейчас габариты выключить.
все, подсветка не работает. В принципе, думаю, так будет правильнее, потому что днем зачем они будут постоянно гореть, а вечером, в основном, когда габариты включены, вот так вот это работает. И вторая дверь. Ну, сразу видно, то есть намного лучше, ограничения как бы есть, все, вот, что у тебя дверь открыта в темноте. Я думаю, шикарно, я доволен. По крайней мере, плюсик к этой машине. Потому что если есть функция, почему она не работает, нужно сделать. Ну вот как-то так, если было интересно, не забудь поставить лайк. Ну и вот так это выглядит. Моя водительская дверь, когда чуть посветлее, а то в темноте вообще не видно было.